Ну, на мой взгляд, компания Силина, она вся получилась как какое-то сборище нелепиц. То есть вот если писать учебник по политтехнологиям, то ну, это вот идеальный кейс, как делать не надо. То есть там начать с, ну, конкретно, какие с лозунга, начать с лозунга «Май победы Силин», когда это раздают ветеранам 9 мая, это вызывает огромное отторжение. Это какие-то перефотошопленные фотографии на бигбордах, вот то, что мы до сих пор можем видеть на улицах, там взята какая-то очень неудачная фотография. То есть, ну, по всем законам имиджмейкинга кандидат должен смотреть в глаза своему избирателю, он должен как-то с ним вот лицом работать. Здесь у нас человек, который смотрит вот куда-то вдаль, то есть до людей, тем более, что это висит все выше уровня человеческого роста, то есть рядовой человек на улице понимает, что вот этому кандидату до него как-то вот дела нет.